Дворец-усадьба Архангельская – одно из самых красивых мест Подмосковья. Ежедневно десятки людей приезжают сюда полюбоваться красотой. Поездку в это культовое место власти Химок подарили членам местного общества инвалидов. Как прошло небольшое путешествие, узнали журналисты нашего телеканала. Лариса Горошкова была в Архангельском уже третий раз, но каждая поездка не похожа на предыдущую. В этой поездке запомнился, конечно, дворец. Дворец потрясающий. Они провели реставрацию. Это просто... Мы ходили с открытым ртом. Глаза распахнули. Так что смотреть надо и смотреть, и обязательно еще. Там можно много раз приезжать, и каждый раз все новое. Всего в Архангельском побывали больше 40 членов Химкинского общества инвалидов. О поездке мечтали давно. С просьбой ее организовать обратились к главе округа Дмитрию Волошину. Администрация откликнулась. Хочется поблагодарить Химкинскую администрацию во главе с Волошиным Дмитрием Владимировичем, которые устроили для нас очень интересную экскурсию. Масса впечатлений, комфортный автобус, профессиональный экскурсовод, десятки фотографий и приятные воспоминания. Поездка в Архангельское, уверены, запомнится надолго.